Донецкий аэропорт на протяжении долгих месяцев оставался одной из самых горячих точек противостояния на Донбассе, так как был стратегически важным объектом. Сегодня на месте, где еще некогда красовался международный аэропорт Донецк имени Сергея Прокофьева, руины. Разбитая техника и сожженная дотла. На дорогах глубокие воронки, хвостовики мин, обломки градов и ураганов. Полностью разрушены здания старого и нового терминалов. Пожарное депо, вышка аэропорта, подорвана взлетная полоса. Во время ожесточенных обстрелов украинскими военными местные жители были вынуждены бежать, бросая все, спасая свои жизни. Частично или полностью разрушены дома на близлежащих улицах и поселках. Выжженная земля, будто зона отчуждения. Но несколько дней относительной тишины вселяют надежду. Местные жители, устав скитаться, возвращаются в свои дома. То, как сейчас выглядит аэропорт и прилегающие территории, итог освободительной античеловеческой операции киевских властей против мирного населения Донецкого региона. Оксана Волчонок, Станислав Мухин, телеканал «Новороссия», город Донецк, аэропорт.